Добрый день. Дневной обзор я заснял. Дневной обзор увидите. Уже увидели. А вот этот обзор, начиная с пляжа Свирски, буду показывать вам попозже. Здесь неимоверными усилиями народ, так сказать, укрепил берега в районе пляжа Свирски. А сейчас тут все нормально, но мы с вами по-прежнему ждем улучшения обстановки. О, смотрите, чайка там. У них гнездо там, походу. Ждем, когда пляж Свирский выделят на него финансирование, если он будет намного-намного лучше и благоустроеннее. Сейчас я уже в дневном обзоре рассказывал, что территория приросла к пляжу, так что есть положительная тенденция. Тут какой-то птиц. Я не понимаю, то ли болеет, то ли просто сидит, пересы вычерпывает. Ну, рок, походу. Да нет, вроде так жив-здоров, вроде бы как бы. Итак, это уже пляж санатория Бирюза. Мы находимся в его нижней, самой дешевой части. А все, кто покруче, те живут на втором уровне. Там сейчас и снимают. Я хотел было... Изначально сегодня я ехал на пляж «Морская звезда» снимать дневной обзор, но так получилось, что места там припарковаться я таки не нашел и поехал снимать Свирски. Ну, в итоге, как видите, побываем везде, ну, в разных роликах. Итак, пляж санатория, место для самых крутых, зимой всем можно. Ну вот, людей видите много. И голубей тоже. Пасмурно сегодня. Все, на море посмотрели, пойдемте. Дальше прогуляемся. Не знаю, может быть, даже так, таким макаром-то и до Морской звезды дойдем. Покажу вам. Сегодня солнце не слепит в объектив. Так что можно прогуляться чуть-чуть. Хотя, блин, сейчас меня уже будут с минуты на минуту ждать. Друзья, товарищи. Кровати новые привезут. Надо будет забирать, разгружать, собирать их. Ну, как всегда, короче. Здесь, в районе Бирюзы, тут, где вход на пляж «Морская звезда», ой, да, то и «Морская звезда», тоже и «Морская звезда», Тихий Дон, Бирюза, где всегда побольше народу, так как в санатории Бирюза много людей отдыхает, и, соответственно, они любят прогуливаться. Вон там он, санаторий Бирюза рядышком. А я вам сейчас покажу, может быть, этот ролик сделаем даже большим. Кофточки всякие. За сороковник нити-нити. Женщина вам рекомендует. Еще раз так обернусь назад. И потопаю дальше. Конечно же, пляж не кишит, мы видели его полностью забито людьми, но это все бывает в летний период. Сейчас тоже приятно посидеть на берегу, особенно в такой теплый, действительно теплый денек. Все-таки 17,5, так не холодно, ветра нет, поэтому можно задержаться на берегу, посидеть, подумать о вечном. Подышать морским свежим воздухом. Что люди делают, в отличие от меня. Я иду, болтаю, не выключаюсь. Но в то же время вам показываю. Это уже пляж
на Скай-Звезда. Кафешка «Вода», не так давно я там залазил, эфир даже проводил. Помните, фотографировал. Такая занавесочка там висела. Вот это именно тут и было. Ну, запах, скажу я вам, там внутри был не очень. Многие расценивают его как туалет. А это не так. Если немножечко потерпеть, то можно дойти до магазина «Бирюза» и хотя бы в «Бургер Кинг» зайти, там есть общественная уборная. Поэтому у меня к вам, товарищи, убедительная просьба. Не используйте кафе как туалет. Вот там вот я был. Летом здесь будут ребята катать вас на всяких водоплавающих. Может быть, появится опять эта танцевальная платформа, бог его знает. Местные голуби. Живут они здесь. Там раньше была еда, теперь медийная. Смотрите, сколько песочка навалило. Это все шторм, это все он. Представляете, как он закидывает сюда его легко? Вот так вот, ребятки. Прям с вокзала сразу на море с чемоданом. Ладно, пойдемте посмотрим, что там дальше. Здесь тоже везде песок. Скоро этот проход к морю будет густо заселен. Не только ребятами, которые занимаются торговлей всякой. Вкусняшки продают и одежда. Но и туристов будет здесь очень много ходить. Половина улицы Победы, Циолковского, Мирная, там Пролетарская. Очень многие улицы, точнее жители этих улиц, встречаются именно здесь, в этом узеньком проходе. Да, можно сделать из него, конечно, весьма калорийное место, такое яркое, интересное, красивое, вообще у вас прекрасное, но пока что-то не складывается. Пока что-то как-то ограничивается вот этим. Но я надеюсь, что когда-нибудь до этого дойдет и сделаю здесь красоту. Как в сказке, чтобы было. Так, народ прибегает. Ну что, лучше что ли? Или хуже? Мы дождемся, если будет такая возможность, мы тоже перебежим. А не будет возможности, перебегать не будем. Справа сейчас вот технику строительно везут, поэтому дергаться под эти машины мы точно не будем. Кстати, обратите внимание на людей. Одето-то достаточно тепло. Никто не верит, что температура сейчас плюсовая. Но мы сейчас с вами пойдем посмотрим. Я даже камеру выключать не буду, чтобы мы на одном махе прям вот прогулялись и посмотрели вместе, какова температура. Пускай будет длинный ролик. На Березе он что-то строит, какие-то здоровые балки, арки. Варят швеллера. Осталось 12 секунд, а мы с вами ломанемся. Восточный очаг, кстати, надо будет зайти к ребятам. В прошлый раз, когда я заходил, шашлычника не было. Вот, чтобы шашлычник был, надо зайти показать вам, что там жарят, как там парят. Вот эти швеллера. Народ, кстати, видели, подметил, идти надо бегом. Очень быстро все. Пропикикало. Ну вот тут, видите, работы ведутся. Что-то будет, что-то нас ждет. Я бы изначально делал, учитывая, что площадь этого комплекса «Бирюза» достаточно велика. То есть тут парковка, видите, такая неосвоенная. За самим торговым центром. Проезжайте. Там еще очень даже много всего всякого разного. Приветствую. Без
я товарищей встретил. Я бы сделал все это на одной площади, первый этаж, всю большущую парковку. На втором этаже все, что хочешь делать. Как в Краснодаре у нас. И торговые центры там всякие разные, и все, что только нету. И кинотеатры. Ну, пока как-то не срастается, видите. Пока как-то как. Санаторий «Береза». Я сейчас отвлекусь, у меня тут что-то телефон разрывается, мне там все пишут. Мне нужны договора. А это значит, гости приехали, а договора нужны, а меня нету. Сейчас поеду договора выдавать. Вот территория санатория «Березы», но я не являюсь гостем у данного санатория. Там шахматы такие большие стоят во дворе. Ну, когда-нибудь, может быть, меня кто-нибудь пригласит. Старый бухгалтер уже ушел, насколько я знаю. Был знаком. Справа у нас переулок Октябрьский. Великолепная, интересная улочка, по которой мы сейчас с вами и пройдем. Такая большая экскурсия получится у нас в этом ролике. Длинный достаточно ролик, давно я такие не снимал. Сергей Байкал будет рад, точно. Ну, просто я так подумал. Все равно я здесь сейчас пойду. Вдоль трассы идти, там шум-гам. Либо по уютному переулочку. Улица Глинки прямо перед нами, там администрация. Надо, кстати, все тоже зайти. А вот и переулок Октябрьский. Один из самых зеленых, самых красивых. Ну и не таких-то уже продолжительных, я вам скажу. Вон я уже вижу там забор. Там какая-то подстанция, что-то такая тяговая или что-то в этом роде. Красивые уютные домики. Карусель. Дом сейчас немножечко уберется. Все это вот лишняя растительность. И вы увидите, как тут красиво. Тут столько зелени. Мы тут гуляли. Как-то. Розочка цветет одиноко. Там целый ботанический сад. И собака уже какой-то появился. Бегает. Вы знаете, на сайте у меня там есть, кстати, карусель, дом. Многие, кто отдыхал здесь, остались очень даже довольны. Здесь вот была сирень. Но что-то как-то я гляжу, то ли она примерзла малость. Вот буквально я ее показывал не так давно, она цвела. А сейчас цветочков нет. Вот так. Вот как бывает. Бананы тоже подмерзли малость. В январе цвели и пахли, как говорится. А практически за день, да, весны замерзли. У меня все пикает и пикает телефон. Ладно, пойдемте дальше. Идем окольными путями, пройдем весь переулок Октябрьский. Здесь много мушмулы. Вот здесь тоже деревце. Вот эта тяговая подстанция, если не ошибаюсь. Да, так на ней и написано. Здесь был такой вот не отель, а работникам сдавали жилье. Очень много всяких разных комнат было. Не знаю, как сейчас, это было давно. И неправда. Итак, РЖД. И мы с вами все-таки хочешь не хочешь, а выйдем на улицу Лазарев, где немножечко шумят машины, но тем не менее там стоит мой транспортный средств. Такие домики еще старенькие, даже туалет, видите, такой уличный душ. Тропинка утоптана, трудящиеся частенько здесь ходят. Мы вернулись опять к тому же участку, где начинали наш ролик. Сейчас я вам покажу этих пацанят, которые стоят пластиковые. Сюда я когда-нибудь доберусь, помыть машину надо хорошо. А мне все некогда, там уже можно на коврике картошку сажать.
Все лазаю, лазаю, а помыть-то некуда. Ну, на улице Лазарева. Пионеры, вот видите, не холодно. И как обещал, сейчас покажу вам температуру воздуха. Ну, а потом уже поедем домой. Красотень. Но платаны еще пока не зеленые. Так. Итак, кульминационный момент. Я пытался аккумулятор зажелтел. Ну-ка, 8 дней до ТО. Здравствуй, Мио. 17,5 градусов. Вот теперь вы понимаете. Теперь вы не понимаете, почему люди были так тепло одеты, правда? И почему я тоже был так тепло одет. Всем пока, всем до новых встреч в эфире. Такой вот получился большой ролик.